Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили содержание контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселке Горки-2. Инспекция прошла в рамках реализации проектов «Чистая страна» и «Российское село». В ходе проверки депутаты зафиксировали, что площадка оборудована видеонаблюдением, содержится в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. Вывоз мусора осуществляется компанией «Русский региональный оператор», согласно графику. Мониторинг объектов, расположенных в территориальном управлении «Горское», будет продолжен.